неплохо в защите сыграно. Лока командными усилиями перехватывает мяч. И этот перехват заканчивается данком. Андрей Марчук. До этого мяча Лопатин сейчас не допрыгнул. Касатки на Бакрал, Карданикишвили, Лопатин. И какой блокшот ставит Антон Карданикишвили. Вот это да! Личутина бросили опекать Эртеля. Соломона находит Эртель. И это постер для Драгана Апича. Надеюсь, что Соломон пришлет его в Нижний Новгород со своим автографом. Дима здесь ставит второй заслон. Высокий заступ от Джон Шарля, но ему хватает скорости, чтобы вернуться к оппоненту. Аллен один в один. И Руженцев его накрывает, попутно начиная контратаку. Хвостов против Мони. Моня чехлит очень уверенно. Мейкон. Вертикально взлетел. Вертикально же против него защищались. А здесь Микульский двумя руками сверху с сопротивлением. На том матче, когда они едва-едва не проиграли в Минске. Рейнольдс! С дуги врывается в краску. Но это вот разговор о том, насколько для баскетболиста, вообще для любого спортсмена, неприятна травма именно с задней поверхности бедра. Антон Квитковских вонзил мяч, буквально засандалил его сверху вниз. Левежонжор хорош, Диме и Перевалов разыгрывают алиуп. Малик вновь взлетает над паркетом Мегаспорта. Лучший момент этого матча пока. Уже после контакта Рейнольдс. Рейнольдс, постер, добрый вечер! Вот это я понимаю, зажечь толпу.